На судне воды нету. Капитан даже хотел брать воду с Дона, но это противоречит санитарным нормам. Соответственно, с едой тоже у них проблемы. То есть скоро можно сказать, что экипаж уже будет голодовать, и компании не отвечают на звонки, никак себе никаких действий не предпринимают. Ну, я уже не говорю про заработную плату. Проктурецкая компания как хочет обманывает, можно сказать, издевается и над семьями тоже. Одному профсоюзу только это надо, и все, то есть помогать морякам.